Чебоксарах состоялся 20-й юбилейный фестиваль патриотической песни сотрудников МВД России. Гала-концерт в Чувашской государственной филармонии собрал на сцене лучших исполнителей. Творчество и строгое исполнение устава, казалось бы, несовместимые вещи. Но это только на первый взгляд. У этих людей в погонах любовь к песне, что называется, в крови. Она заставляет их на время оставлять службу, преодолевать сотни километров, и все это ради того, чтобы выйти на сцену. Гала-концерт Чувашской государственной филармонии объединил полицейских всех служб. В одном строю и действующие сотрудники МВД, и ветераны. У микрофона полюбившиеся зрителям творческие коллективы. Все они неоднократные призеры всероссийского конкурса «Щит и лира» и акции «Милосердие белых ночей». Увлечение своих подчиненных одобряют и их начальники. Надеюсь, что самодеятельное творчество среди сотрудников, членов их семей и ветеранов продолжит свое развитие, и с каждым годом будут выявляться все новые и новые таланты. У фестиваля уже сформировались свои традиции, так что встречи со зрителями будут продолжаться. Меняется многое, но не меняется дух вот именно фестиваля и встреч друзей, именно сотрудников органов внутренних дел. Ну, самое главное достижение – это когда ты поешь, стоишь на сцене и видишь, что людям это нравится. Когда они понимают тебя, твои стихи, твою музыку, вот, и аплодисменты, слова благодарности – вот это для артиста самое главное. Это большой интересный опыт. Творческое развитие. Мы желаем всем отличного настроения! Родион Архипов, Игорь Зверев, Сергей Адушкин. Республика.